Большая Балашиха Лайф. Новости. Для Саши сегодня первый день в новом детском саду. Из того, что уже успел увидеть, больше всего, как говорит сам малыш, впечатлил бассейн, а именно его размеры. А я думаю, что бассейн такой маленький. Тебе понравился детский садик? Да. Ну а мама Саши, Ольга, самым важным считает то, что теперь утренняя суета осталась в прошлом. Самое главное для нас – это то, что он очень близко, в шаговой доступности. Это очень важно, потому что мы до этого ребенка водили 40 минут. Мы приходили в детский сад, у нас одни глазки видны, нас замело, всю зиму так ходили. Наличие дошкольного учреждения рядом с домом оценили и другие родители. Вместе с детьми они сегодня побывали в новых спальных, ванных и игровых комнатах. Покажите, какие тут игрушки и чем тут будете играть? Мы будем сифлами так айо. Всего в детском саду 8 групп, рассчитанных на 210 детей. Ребята здесь будут принимать пищу, заниматься и играть. Игрушки, кстати, уже их ждут на любой вкус. Для будущих хозяек, для будущих спортсменов и для будущих ученых. Проверили, насколько оборудован новый детский сад и почетные гости. Заведующая провела для них небольшую экскурсию. Я очень сильно сожалею, что в мое время, когда я ходил в детский сад, таких не было заведений, потому что, конечно, мы прошлись, посмотрели, начиная от столовой, и спортзал, и, конечно, шикарный бассейн, и какие спальни. То есть все условия есть для того, чтобы дети действительно гармонично развивались, чтобы они росли. И, конечно, бы ребенка своего отдал, даже двух. Ну а в музыкальном зале первая концертная программа. В этих стенах пройдет наверняка еще не один утренник. О важности всестороннего развития детей и роли воспитателей напомнил глава Балашихи Евгений Жирков. Это очень серьезная работа воспитывать наших детей, которые в конечном итоге придут нам на смену, и первые знания, которые получают наши дети, они получают здесь. Решению проблемы нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях города уделяется особое внимание, в том числе и за счет реконструкции и строительства новых. Было введено в строй 26 новых детских садов. В этом году будет построено еще 6. Поэтому мы держим руку на пульсе, и этот вопрос находится на контроле у губернатора. Алина Файзулдаева, Виктор Демин. Большая Балашиха Лайф. Большая Балашиха Лайф. Новости.